Это на школу падает просто толпа. Справа два. С нами никого. Да. Молодец. Спасибо. Пыщ. Мне кажется, когда в складах играешь, тупеешь. Да. Что-то все бегают, как муравьи, нихера непонятно, чё, кто, где вообще да, лазит. Да, просто пиздец. Один там где-то упал, этот там. Не ясно. Дробовик выкинул. Сайгу взял, успешно. Пуп какое-то объявление сделал, я рад. Явление прочитано. Чувак под забором. Я всегда здесь перебегаю, сразу все стреляются, все дырки. Прям такое ощущение, что они всю жизнь сюда смотрят. Просто в ебеня где-то в лесу перебегая дорогу, все. Пах, 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 пах. Вон, под забором лазит. Что-то там вдвоем откуда-то стреляли. Один под забором, второй где-то в той же стороне. Непонятно. Никого не видно. Попал. Да, он теперь слышит. Слева под забором и справа с дома где-то. Под забором я попал с каров, чувак. Он больше не хочет. Ну что-то. Блять, он где-то стреляет, я не пойму где. Через листья. А, справа тоже под забором. Да. Сейчас. Они оба чуть под заборами, короче. Я может оббегу. Один а, слева. У тебя правый вроде раш. Да, да. Правый меня рашит. Значит, тебе надо стоять его бочину стрелять. А, у меня сайга. А. Я могу кинуть дым и побежать никуда. Я могу отвлечь только. Второй вообще в такие ебеня там забежал. Да, ямку она тебе не нужна. А вон второй бегает за мной до сих пор. На дороге. Да? А, вижу. Во что не играет? Пуп. О, вон он. Крадется при седе по бугру.
попал в жбан. Что-то не видать. Справа где-то на 240. Походу там приседи будет под бугром. Ладно, я угол сделаю, мне не впадло. Может, он в домике пошел, может, под бугром сидит. Какие же они животные. Такого я еще не видел. Он просто просто лежит под этим самым под бугром, тупо встает и со стрельбой идет вперед. Такой квит я еще не видел. А я, короче, этот, пока в тебя чел стрелял, просто подошел к нему в упор, вот максимально в упор. Ну, я просто тоже так и подумал. К забору. У меня сайга, потому что. Он там убивал меня вообще полностью. Да, я просто пошел в жбан, тут исчез. Короче, вот смотри, допустим, Лёх. Вот допустим, я за бугром, меня не видно. Вот. Я вот так вот лежу, потом просто встаю и со стрельбой. Та-та-та-та-та-та-та-та. Профессионал. Такой херни, а вот сколько играю, 1300 часов, я первый раз это такое вижу. Ой, блядь, тут чувак справа за дорогой. Вон он прыгнул в заборы. Я в дом, наверное, пойду. Вон под заборами. А они, походу, нас не видели. Подожди, подожди. Может, они сейвятся. Переползу по. Может, их двое. Их двое? А оба там? В одном доме, да. Но они, может, лутают. Не, они, мне кажется, нас не видят. Я прям на дорогу выбежал и побежал назад. Но сейчас они сюда пойдут лутаться. Ой, я как раз сайгу достану. Они же, наверное, пойдут эти дома лутать. Ну да. Зачем они залутанные дома лутают? Так модно. Но це перемога. Как они нас не видели? Не знаю, я посреди дороги там. Я вообще просто из дома вышел, как этот батрак. Правый чувак на балкон залез уже. Что-то нашел. А левый вообще там, черный дыр. Пропал. О, сейчас побежит через дорогу, наверное. Пиздец, он жаба. Пошел лутать помогать. Застрял там, такой лут. А они не в лес побегут? Зонт в другой стороне. И шо? Посмотри на них. Проверяй, сейчас сюда побегут. Они там что-то сверху вроде шкребутся. Да вон на втором этаже. Да. Трусы. А теперь ты побежишь дома вот так? Не. Назад полез. Может, право. Короче, я право убиваю. С ручкой и задником. И у меня вообще такой вертолет. Мне с калаша кажется легче стрелять уже, чем с эмки. Не знаю, во что они-то поиграли. Какие-то свои игры. Слои игр. Да ё.
Пенс, ура. Тут есть пламя-оситель, коллиматор хороший. Я выкинул патроны. Блять, я сейчас испугался. Смотрел, он около забора лежит. Зона пошла. Все, может еще со школы. Бля, я вообще с эмки разучился страшно. Не, вот с этой одиночкой я вообще не умею. Хотя вроде у эмки отдача меньше. Еще со школы должны идти, кажется. А, вот. Машина едет. Кто-то в нас стреляет, точнее, в меня. Пошли в дома. Ну да. Блин, вот я в машину зажимаю, вообще нет отдачи. Зажимаю в людей. Я не знаю, как я с калаша его нокнул, я просто его насыпал. Но я в него тоже попадал. Еще едет, что ли? Это где-то слева, да. Как вообще прям в точку в машину стреляешь? Ноль отдачи. Глушительный автомат. Взято, побежато. 9 аптек, жесть. А я тоже. Чуваки бегут W на бугор. Они будут сюда. Ну 265 W. Понял. На него вазик бросили в поле. Бегут. Да, я вижу, бежит налево. У меня X3 на карте. Я тоже. Ну, потихоньку вперед надо, сирам. Они вон вообще просто бегут. Я что-то там нормально раздал. Не, заглушите. Сзади еще могут припиться. Все зоны бегут через эту дырку. Чё, Деня, на бугор пошли? Да он сюда. Где? А, вижу. Передумал. Сидят вдвоём там что-то. Ну да. Верхнего ног. Да. Одного полностью убил. А нижний что-то ему вообще похер. Верхний живой, нижний сдох что ли? О, вернее, да, я нижний убил, а верхний побежал куда-то там наверх сосать, да. Я видел, он там что-то выглядывал. Я в каждому скоро бахнул, они что-то начали двигаться. Вот этот хренорез мне вообще нравится, винтов. Да, SLR классный. Че, офигенный. Даже с X3 вонючего он попадает, что-то делает. У него просто пульки ровно летят. Вот, тут же зона не так быстро сходит. Но хорошо? Все равно сходится. Бля, можно было, конечно, вазик взять. А там, наверное, бензина нет. Смотри, тут все в зону в этой дырке идут. Сейчас все дыр сейчас повылазят. Там был в дом добежать. Который внизу? А, да.
Там на бугре. Сейчас вдоль бугра сейчас побежать. Там уже на бугре черти. Интересно, сильно слышно этот СЛР? А вон крадется от жабы это. На 165. Направо уже 160. Да, вижу, он походу видел. Да он тебе пизданул? У него кар. Я понял, херово чё. Сзади дырочки. Ой, я нокнул, пацана. Значит, тут еще есть. Вон еще на дворе. Вроде попал. Я пацана просто в машине нокнул. Там на горе в чувака попал. Вон он чекает опять. А, вижу. Ты опять не попал? Не знаю. Да. Капец, как я в чувака в машине попал? Красиво. Я не представляю. Может просто не обижать. Тут эти черти едят на горе. А вон под деревом все. Мансер. Не говори, я ни разу не попал. Я с Карасом. А чё он сразу сдох? Он один. Я друг уже его убил. Полторы минуты, сука. Мне в жопу тут стоит. Ящик его не появится, да? А вот она же. Его X8. Убил тот, тебя кто стрелял. Бля, какой же СЛР охеренный. Тут кар есть. Бери. У меня есть. Бери два. Это легко. Давай тогда тебя же. Иду. Здесь. Сел, блядь. Лицом у города. В город? Лицом у города. Тебя, говорит, жду. Но я, кстати, заметил, СЛР не так часто попадается в дробь. Ну вообще в луте. Я его прям редко вижу. Пушим много снайперов сейчас. По полю сейчас побежим, походу только мы одни. Ищу. Энергетик трепать. Все, поле наше. Ну держи меня. Сколько я там уже? Я уже 6 чуваков настрелял. 4. Охренеть, когда я успел? Да мне... СЛР с прицелом берешь, сразу фраги и жмениями сыпятся. Не говори, мне просто такие... Такая шара сейчас мне залетает. Два вообще на шару залетело. Я брал когда-то СЛР там на одном повороте 10-рых. Просто стреляешь, бах, отлетел башка, да, бах, да. Бах, бах. Походу, я так понял, ваншотит вторую каску. Это бывает, да. Мне кажется, недохиленных ваншот. Чуть-чуть там. Эти есть. Патроны, да? Матроны. Ох, как знал. Там же у чувака была куча патронов. Да, я не его там. Так-то все есть. Кроме патронов. Ну сейчас уже. Походу уже просто прямо бежим. А до этого мы не прямо бежим. Криво. Главное, чтобы жаба сейчас посреди поля не встала. Может. Сейчас будем в лес вбегать.
Да я там пока никого не вижу. Что-то... Туалет правый в зоне. Наша дача, опора. Да, лес, может быть. Ну, сначала, думаю, до туалета. О, может, там тоже патроны калаш. Там дракон, наверное, сейчас сидит. Комната. Ну да, может. Надо чаев. Энергетику. Девятый. Тебе надо что-то? Аптечки 9, энергетики 9. Энергетик. Сколько у тебя? 0. О, мы в зоне. Я говорю, правый туалет в зоне. О, мы в зоне. Нет, так она только сошлась. Вон чуваки едут. А, в следующий. Может опять шар залетит? Патрон вы так. Все, хватит. Ты закрылся. Приехали. Походу. Он там нашел кого-то. А, ну да. Базик приехал. А вон там чуваки сейчас лутать будут его. Блять, она просто ваншот где-то параш. Я в него попал, а потом ты добил. Или ты этого не заметил? Не. Я в него попал, а потом сразу ты. Пипец. Пипец. Может, и в тачке такая же херня была? Ну они за зоной ехали, может они покоцаны были чуть-чуть. Ну пока, сколько я в чуваков не попадаю, все ваншоты. А патронов все меньше и меньше, скоро буду вот так вот. У меня тоже, кстати, 38 патронов на карте. За камнем что-то тусовалось. Зоза, 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 зоза. Зоза, зоза. Зоза, зоза. Зоза, зоза. О, опять лежит. Он добил. Сука, как я не попал в лежачего обезьяна? Зачем он ложится на бугре, я не понимаю. Что они делают? Как я попал в деревяшку? Ой, сейчас угорал бы, если он просто... Сейчас уже не смешно. А как мы поле будем перебегать? Как? У меня три дымовухи. У меня три взрывухи. О, к ним машины едет. Может, может побежим пока на... у них? Побежали. Она тупо к ним поехала. Они влево побежали, блин. Надо под бугор заворачивать. Полевые войны. Полевые. Чел справа бежит. Где? Нок. Патрон, три патрона осталось. Слева стрельнули. Он сейчас уже не перестанет видеть. А вон друг идет. Друг назад пошел. Я тоже ему в голову, кстати, попал. Там еще вроде челик задал. В смысле? Ладно. До этих. Ну то есть и еще есть, то другие. Эти бегут вроде.
чеки. А хер с ним. Сейчас скоро следующая зона пойдет. Мне как-то тут неудобно, нихера. Бугор сильно плоский, как это выебанский. Да. Вон челики далеко, 240. Вообще на той стороне зоны. Да, мне бы лутануть бы его, у меня вообще патронов 500. Прям как по-быстренькому. Там справа точно были. Далеко бежали. А вот вижу чувака 200. Просто стоит. Нокнул. Хорошо. За травой там где-то был. Слева пока ничего. Чувак 115. Бля. Сука, просто... Сто пять. За деревом где-то. А, вижу. Зон, не один. А второй вон. Вон друг лег. Да, я потерял. Лол, он... Это так он... Такой труп у него, как будто нокнут. Сука, тут такой неудобный был. Стрёмный. Мне кажется, они уже в зоне. Ну, еще 4 чувака. Где-то они впереди на 200. За камнями там, может. Да, кстати, за камнями могут быть. Зона пошла. А еще. А вон за камнем. Сзади за зону.
вниз по бугру побежал вправо. Странно, как я их не увидел. Все разные. Я просто походу по нему пробежался и не увидел. Интересно. Короче, получается, два чувака слева в траве лежат, вообще не двигаются. Один, я походу вообще по ним прошелся. Один, да, ты по нему прошелся. А справа всего лишь один чувак был за камнем. И у меня в конце итогово 10 киллов. 9. Нормально, 19.